Он достиг идеального баланса по сахару и кислотности. Уборка ягод все только вручную. Начинается с сорта шардоне. Из 8 технических сортов он созревает первым. Виноградники нам показывает главный винодел завода шампанских вин Жорж Бланк. Француз, который работает здесь вот уже несколько лет. Шардоне – это особенный сорт винограда для нас. Вот отличный экземпляр. Посмотрите на цвет ягоды. Видно, что виноград уже спелый. Его важно собрать вовремя, когда соблюден баланс кислотности и сахаристости. Склоны, где растет виноград, так похожи на те, что любят изображать на открытках. А близость Черного моря дает уникальный микроклимат, который так любит виноградная лоза. Известняковые почвы дают много кальция. Здесь же ягоды получают много солнца. А обильная дождливая весна позволила винограду накопить резервы для роста. С 480 гектаров виноградников планируют собрать 3500 тонн урожая. Мелкие, такие ароматные ягоды сорта шардоне идут на производство игристого вина. В пластиковых ящиках их бережно транспортируют на завод. Прямиком с поля виноград отправляется на сортировку, а дальше под пресс. Все это целой гроздью вместе с гребнем. Виноград через транспортерную ленту попадает в пресс в количестве 10 тонн и прессуется в течение 4 часов. Все это бродит дважды. Сначала 10 дней в больших емкостях, затем отправляется в бутылки и в них залегает на отдых в атмосферных подвалах имени Абрау-Дюрсо. Это сердце завода, 5,5 километров тоннелей под землей. Построенные в конце 19 века, сегодня погреба выглядят практически так же. Здесь больше года выдерживается игристое вино. Здесь уже мастер-ремёр, ориентируясь на метку, поворачивает бутылку, сводит осадок за 2 месяца, затем его удаляет, и шампанское готово уже попасть на праздничный стол. Виноград, который собрали сегодня в виде шампанского на праздничный стол потребителя, попадет почти через 3 года.